Великолепно, великолепно! Подожди меня, я уже выхожу. Запуск двигателей челнока. Thank you.
завоза двигателей челнока. Времени в запасе, чтобы сделать все правильно. Челнок необходимо вывести из ангара до запуска. Контрольная панель здесь. Ты проследишь за процедурой расстыковки, а я запущу двигатели челнока. И тогда мы объединимся. Поспеши. Я подведу челнок к причальной палубе, а Белис держит там. Замки челнока отключены. Я на пути к причальной палубе. Найди меня там, и мы погрузим обелиск на челнок. Да, Амелия. Скоро я отвезу его домой. Не уверена, насколько Кейн контролирует себя, но нам нужен шаттл. Так что давай не портить с ним отношения. Пока. Пришло твое время. Не надо бояться. Не надо сопротивляться. Многие прошли перед нами. И сейчас наша очередь вместе переступить порог смерти. И позволить будущему свершиться. Так идем же со мной, ибо я узрел лик Господа. Thank you.
Мистер Кларк, я приближаюсь к ангару Челнока. Вам надо? Вы должны найти дорогу в грузовой отсек. Обелиск хранится там. Рядом с вами должен быть лифт, который позволит спустить обелиск в ангар. Молю, вы должны помочь мне. Это единственный способ.
Yeah!
грузовой лифт. Обелиск хранится в ангаре. Теперь ты сможешь получить его шанс. Подбежи. Я восстановила питание лифта. Поднимись в ангар и погрузи обелиск на челнок. Я отправляюсь на причальную палубу. Черт, мне придется лететь туда на всех парах. Пожелай мне удачи. Thank you.
Yes.